Здравствуйте, мои дорогие друзья. Сейчас я продолжу рассказывать о том, как издавать бумажную книгу с помощью сайта CreateSpace. Для этого нам понадобится папка с иллюстрациями, Google Chrome, программа Photoshop и, возможно, программа Twisted Brush. Значит, смотрите. Мы остановились на том, что загрузили файл с текстом для книги The Teaching of Joel Cool, Ethereal Mechanics. У нас все нормально с внешним видом, обложкой. Вернее, с текстом, но у нас еще нет обложки. Сейчас мы будем делать обложку. Смотрите, как я просто сделала обложку. Можно использовать, конечно, программы специальные для этого. Однако, я сейчас пойду по упрощенному пути. Это для тех, кто хочет побыстрее увидеть результат. Потому что все равно на CreateSpace сидят профессионалы. И они вам помогут исправить неточности. А уж потом вы можете заняться этим всерьез, освоить профессию издателя, познакомиться с программами. Вот, например, такой программой, как Quark Express. Она позволяет делать обложки профессионально. Я ее еще не освоила, скажу вам по секрету. Поэтому я сделаю просто. Как я сделала обложку? У меня черный фон, поэтому вот посмотрите на мой. Обязательно нужно, чтобы у вас был картинка, файл с обложкой, содержащий заднюю сторону, корешок вот здесь будет, и переднюю, лицевую. У меня вот две фотографии и текст. В тексте вы можете написать аннотацию. Я вам это делать рекомендую. Как это сделать? Просто. Для этого нам нужен Word, обычный Word. Открываете. Потом здесь есть такая прекрасная вещь, как надпись. Посмотрите, надпись. Здесь множество разных вариантов надписей. Все это можете вставить. А туда, соответственно, вставить текст. Вот посмотрите, я выбрала. Сейчас скажу, какую. Сейчас, где же она? Необычную боковую выбрала. Она мне больше всего подходит. Вот я ее сделала. Вот. Вставила. Потом мы ее копируем. Вот так вот. Копируем. Вот так вот нажимаем. Копировать. После этого открываем Paint. Она у нас должна вставиться. Все прекрасно вставилось. Сохранить. Сохраняем как, то есть как формат JPEG. Здесь присваиваем имя. Я не буду сейчас делать, у меня уже все сохранено. Нажимаем сохранить. Она сохраняется. Потом это я просто закрою. Нет. Ладно, пока оставим. Потом вы открываете этот файл. Ага. И ее надо будет обрезать с помощью Microsoft Office Picture Manager. Вот. Измените. Обрежете. Crop. В английском варианте там и будет обрезать. Обрежете. Обязательно окна но будете нажимать, потом сохранить. И у вас будет готовая надпись. Потом черный
лист, просто черная, черная заливка. Ну, это можно сделать как в фотошопе, так и в Twisted Brush. Вот Twisted Brush. Вот. Теперь вот с помощью фотошопа все это нужно вот на этот черный фон поместить. Фотографии и надпись. Это делать очень легко. Те, кто приложит немножко усилий, освоит чуть-чуть фотошоп, он это сделает без труда. Но имейте в виду, что абсолютно все для Create Space все должно быть разрешением не менее 300 единиц. Так вот, смотрите, я вам покажу просто. У меня уже вот эта вот задняя обложечка, это для другой, правда, книжки, где сейчас я найду ту, которую сделала. Вот. Вот. Это у меня уже 300 единиц. Посмотрите, как менять разрешение. Open. Изображение, размер, и вот как раз разрешение. Видите, у меня 300, то, что и требовалось. Ок, подтвердим. Сейчас ну и, соответственно, у вас должна быть уже готова лицевая часть. Она у меня готова. И тоже она будет с высоким разрешением, 300. Сейчас я возьму черный, открою лист. Теперь я увеличу его разрешение. Ок, он у меня сразу увеличится. Так, теперь я на него его поверну. Но сначала я его немножко уменьшу, масштаб его, чтобы мне было с ним удобнее работать. Вот, а теперь я его поверну. Потому что он у меня должен лежать. Следующее. Открою нужную мне заднюю обложку. Угу. Она у меня уже 300 единиц, поэтому ничего менять не будем. Мы ее просто будем перетащим. Перетаскиваем вот этой кнопочкой. Сейчас она должна будет увеличиться. Да, конечно. Мы сразу нажимаем свободную трансформацию, и она у нас, будем ее уменьшать, 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 пока она у нас не уменьшится. Потом ее вставим быстренько. Может, можно как-то это быстрее сделать, но я не умею. Я не супер профессионал в фотошопах. Обучаюсь только тому, что мне непосредственно нужно. Так что простите меня за это. Не профессионализм. Может быть, а может профессионализм, я не знаю. Я без разницы. Главное, чтобы работало все. Все у нас будет работать. Еще немножко уменьшим. Ха. И вот так вот подгоним. Так, здесь у нас должно быть от нуля. Обложка у нас где-то 360. Сейчас мы выровняем, чтобы посередине лежала. Угу. 3600 от нуля. Значит, 1800 вот здесь и на корешок, чтобы нам оставить. Вот так. Я думаю, так нормально будет. Так. Вторая часть. Это у нас пока готово. Open. А, нет, применить надо. Ну, все что угодно. Нажмем. Применяется. Теперь open другой файл.
А мне ребенок кричит. Дань, подойди сюда. Угу. Положи в тарелочку. Простите за эту заминку. Дети есть дети. Они требуют внимания ежесуточно, ежеминутно. Так. Теперь мы берем второй рисунок, второе изображение. Увеличим мы его. Оно у меня уже увеличено. Теперь мы его переносим сюда. Отлично. Опять-таки свободная трансформация. Вот, посмотрите, я вот оставила для корешка вот столько. У нас 1600 по 2. Ну, короче, вот отсюда 2 единицы и здесь 2 единицы. Не знаю, сколько точно. Так, а теперь я все это сохраню. Сначала я проверю, конечно, на всякий случай. Ну, вроде бы... А, нет, еще надо применить. Угу. Сохранили. Теперь Image Size у нас все нормально. А то потом не примут. И сохраняем S. Save S. Здесь нам нужен JPEG. Сейчас мы ее как-нибудь обзовем. Зовем ее. Ну, удаляйся. Что такое? Не хочет удаляться. Что с ней такое? Так, что-то не хочет удаляться. Ладно, мы ее тогда сохраним. Так. Высокое качество. Мы сделаем максимум. Максимальное качество. Так, теперь обложка у нас должна быть готова. Мы проверим еще раз. Вот она у нас, наша красавица, но ей еще надо корешок сделать. Угу. Хорошая обложечка у нас получилась. Теперь мы берем программу Twisted Brush Pro Studio. Открываем. Тут у меня предыдущие рисуночки. Файл. Load from file. Нет, не сохранять. Рабочий стол. Обложки для Create Space. Вот она, наша красавица. Сейчас нам надо ее повернуть. Что-то спросили. Так, сейчас мы напишем. Текст. Вот текст. Ага. Сейчас мы здесь будем писать текст. The teaching of general SL mechanics. Проверьте, потому что у меня вот, например, было, я пару раз, делая обложки, забывала букву. Меня потом стыдили. Ну, не стыдили, просто написали мне, с кем я работала. Но это было на совсем другом месте. На Литресе. По обложке потеряла букву. Ай-яй-яй. Так, я помню, вот здесь вот у меня вроде бы было... Здесь было... Так, левой кнопочкой мыши белый цвет. А, все равно надо увеличиваться, потому что разрешение большое. Надо, чтобы был большой шрифт. Так как... Нет. Да,
Успокойся ты. О, опять мертей, да что ж такое-то? Так, левой кнопочкой мыши. О, как раз вот это нам подойдет. Сейчас мы его прилепим. Прилепим. Отлично. Прилепили. Так, теперь save to file. Сохранить. Переписать. Вообще-то мы его забыли повернуть назад. Надо повернуть. Повернем. Еще раз сохраним. Save to file. JPEG забыла я. Окей. Все. Обложка у нас готова. Теперь следующий этап. Нам нужно ее конвертировать в PDF, потому что там занимают PDF. Принимают PDF-овские обложечки. Личный сайт. Выбираем файл. На балконе должно гулять. Так. Вот она у нас. Загружаем. Конвертируем. Вот у нас уже наш файл. В загрузках мы его переименуем для удобства. Что у меня Delete перестала работать? Что такое? Моя Delete перестала работать. И перетащим сюда. Да, замените. Ну вот, все у нас готово для того, чтобы завершить нашу обложечку. Сейчас мы будем ее загружать. Да, только что-то интернет не хочет загружаться. Бывает. Бывает иногда у нас такая гадость. Что такое? О, отлично. Вот у нас здесь. Если вы, кстати, почему не хочет переводиться? Надо ее перевести на русский. Здесь можно переводить на русский. Но я не хочу. Я загружу файл. Что-то как медленно грузится все. Безобразие. Ну и где ты, красавица? А, вот она. Хорошо. Браус. Ну давай же, малышка. Ну и где ты? Почему-то не хочет. Еще раз ее перезагрузим. Что такое? Что у меня все перестало реагировать? Так. Что-то мне все это не нравится.
Это реагирует. А это не хочет. Ну все. А это никак. Что такое? Здесь, блин, все есть. Здесь ничего. Где-то я видишь руку увидел. Что-то. О. Она не работает сегодня. Что за ерунда? Ладно, мы ее выключим. Может, даже придется другой браузер использовать. Да, что-то у нас с нашей загрузочкой. Она не хочет сильно загружаться. Ну, наконец-то. Ага. Нам нужен вот эта ложечка. Save. Uploading. Вот. Все мы сделали. Continue. Продолжим. Продолжим. Ну, вы должны привыкнуть, что сайты не всегда работают так, как нам этого хочется. Поэтому иногда, да и интернет тоже, какие-то погрешности приходится учитывать, прощать. Отлично. Перезагрузилась. Вот посмотрите. Вот наша драгоценная книжка. Вот у нее тайтл, вот у нее ISBN. Вот как она будет выглядеть. То есть ее формат. Вот обложечка. Здесь вы можете все это редактировать. Сейчас нам что нужно? Нам нужно подписать наш файл для обзора, для того, чтобы его приняли. И на этом часть этого будет, наверное, закончена. Сейчас посмотрю. Может, не закончена? Нет, пока не закончена. Смотрите. Я вам переведу, если они, конечно, перевернут. Да, файлы проверяются в течение 24 часов, чтобы обеспечить для печати. Вы будете по электронной почте. Да, действительно, я должна вам сказать, что все по электронной почте вас будут постоянно извещать. А также в месседж центр, который здесь находится на приборной панели, вы постоянно будете на связи, так что не бойтесь, не пропустите и по почте, и месседж-центре на этом сайте. Так, теперь каналы сбыта. Вот они уже выбраны, а так вот если нажать, то мы отменим. И Amazon, и т.т. Но для этого, вот чтобы вот сюда, нужно и вот сюда расширенное. Нужно это заполнить.
сейчас мы заполним описание книжки. Для этого мы используем, я использую сайт Smashwords, там у меня все уже написано, так мне будет проще. Вот я его открываю. Сейчас мы будем здесь все копировать. Вот смотрите, description, давайте длинное description мы скопируем и вставим. Yes, yes. Категории. Категории. Какие же у нас категории? Religion and Science. Так, вот здесь вот автобиография автора. Мы ее потом сделаем. Country of Publication. Это будет Америка, потому что мы публикуем United States. Keywords, то есть теги. Ага. Вот у нас теги. Копировать. Их надо, по-моему, через запятую. Сейчас мы ее лишний раз я не хочу. Ну, здесь, по-моему, тоже ограниченное число. Что-то у меня перестало работать делит. Надо посчитать, по-моему, не больше 5. 2. Два, три, четыре, пять, шесть. Тоже лишнее, наверное. Что-то надо убрать. Что же убрать? Ну, а тут уберем. Удалить. Что с этим делитом? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Удалить. Ладно. Здесь, по-моему, 5 только. Нет, не содержит у нас порнографии. И у нас там небольшой шрифт. Значит, все оставим пустыми. Биография. Быстренько у меня тут биография есть. В профиле. Сейчас мы это все запихнем туда. Почему бы нет? Вот так вот. Как удобно. Видите, где-то? О! Что-то я переборщила. Ну ладно. Сейчас мы все это удалим лишнее. Конечно, я тут размахнулась. Да. Теперь все нормально. Ну что? Наконец, Save and Continue. Значит, ваши файлы еще рассматриваются. Здесь предложение сразу опубликовать на Kindle. На Kindle у меня уже все есть, поэтому я не буду. Здесь цены, я забыла. Посмотрите, вот здесь все видно. Если у вас, если хотите, все время переводите. Это очень просто. Так, какие же я цены установила для той книжки? По-моему, я не хочу дорого. Это зачем? Лучше пусть больше продается. Distribute. Pricing. Reaction required. О, зачем я это даже? Member.
7 U. Какие у нас здесь цены? 7,80. Ладно, давай пусть сделаем тут 7,80. 80. Окей. Все у нас автоматически Save and Continue. Все, у нас здесь должно быть все нормально. In process. То есть ждем, когда нашу книжку примут. Здесь уже эта моя книжечка существует. Я, кстати, могу вам показать, как она выглядит на Амазоне. Это чудесное зрелище. Вот посмотрите. Это чудесное зрелище. По-моему, это она. Если не ошибаюсь. Да, ну, посмотрите, вот она. Paperback. Available. Уже цену установила. Ну, посмотрите, как она выглядит. Ой, она еще и поворачивается. Ну, вообще, красота какая. Красота. Ее можно вращать. Сейчас. Опс. Оп. 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 Почему-то вот на корешке ничего нет. Не знаю. Может, я там что-то наколбасила. Простите. Так. Прайсинг. Все мы сделали. Ну вот. Книжку мы отправили на принять на рассмотрение. Если у нас примут, тогда мы перейдем к следующей фазе, к оплате и заказу необходимых копий. Хотите две, хотите больше, закажите все равно. Думаю, это недорого. Будет у вас заодно книжки изданные. Как приятно кому-то подарить. Ага. Что еще хотела? Смотрите, в любой момент можете все здесь изменить. Вот интересно, русский тут есть? Тут что-то уже все не работает, да? Угу. Я не знаю, как издавать на русском, но мне кажется, там должен быть русский язык. Если его нет, я вам советую писать, найти румынский романиш. По крайней мере, на Амазоне я так именно издала книжки под романиш эдишн. То есть, как романские книги. Мне прошли. Ну все, дорогие друзья. Теперь до встречи в третьей части, где мы будем заказывать копии и делать нашу книжку доступной. До свидания, мои дорогие друзья. Пишите, сдавайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Books of Joaku. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня это видео я хочу посвятить теме публикации бумажных книг. Это очень важная тема для всех писателей, потому что, как вы знаете, у нас в России сейчас книжку можно бумажную издать либо за свой счет, либо практически не издать вообще, потому что большинство издательств не работают с новыми авторами, либо работают, но с большой натяжкой. Принимают рукописи, долго их рассматривают и издают очень-очень малое число новых авторов. Надо быть супер талантливым, и то не факт, что тебя издадут, потому что многие, даже известные авторы,
начинали с самой издата. Например, Евгений Гришковец. Он вначале издал свои книжки сам издатом. И только потом стал популярным. Ну, например, еще приведу Джоан Роулинг. Всемирно известный Гарри Поттер вначале не принимался издательствами. Да и список достаточно большой. Итак, для нас, для русских писателей, есть возможность издаться, но не в России, а на CreateSpace. CreateSpace – это компания, принадлежащая Амазону. Огромный глобальный интернет-сеть, магазин, торгующий всем-всем-всем. И вот на этом CreateSpace вы можете практически абсолютно бесплатно издать свою книжку. Что значит практически абсолютно бесплатно? Значит, что вам придется купить один экземпляр для того, чтобы убедиться, что все в вашей книжке сделано хорошо. Это стоит где-то, ну не знаю, до 500 рублей. Я думаю, это ерунда по сравнению с теми суммами, которые просят при самиздате. Ну, мне потребовалось, сейчас скажу, где-то 7 с небольшим долларов перечислить, чтобы заказать книжку. Ну, я не знаю, может быть, еще какие-то, она еще не пришла, суммы потребуются, когда книжка будет пересекать границу России. Вот узнаю и скажу потом. Сейчас я хочу опубликовать еще одну новую книжку. У меня пока опубликована одна, вторая не закончена. Вот сейчас я займусь третьей. Вот перед вами этот сайт. Вы заведете аккаунт, я надеюсь, это легко. Для этого первоначально нужно завести аккаунт на Амазоне. А потом вы просто будете входить под своим логином и паролем. Потому что компания – это одно и то же, в принципе. Итак, добавим новый title, то есть новое название. Имя для вашего проекта. Ну, у меня уже книжка опубликована, поэтому я буду все копировать для скорости. Так, paperback. Книжка. Guided. То есть пошагово мы будем процесс производить. Начинаем. Title. Автор. Здесь можно ничего не указывать, если вы в одиночестве написали свою книжку. У меня это часть серии. Серия. The Teaching of Joel Kuhl, Esoteric Natural Science, Volume 2, Edition Number. То есть, какое по счету это издание этой книжки? Она у меня, это первое издание. Language, язык английский, Publication Date, сегодня, 2 июня. Save and Continue. Вот здесь нам предлагают бесплатный ISBN. Конечно, мы согласимся, потому что у меня нет возможности пока покупать. Вернее, у меня нет другого ISBN, который я могу купить. Так, дальше что? Ага, вот здесь вот надо открыть эту. Assign. Все,
теперь моей книжке присвоен ISBN. Два причем. 13-значный, 10-значный. Теперь начинается самая сложная, достаточно интересная часть. Нам нужно выбрать, как ваша книжка будет издана. Бумагу, черное и белое или со всеми цветами, кремовая бумага. Значит, цвета, а это бумага, белая, кремовая. Значит, самая популярная, размер это 15 сантиметров из 24 миллиметра и 22, 86, 6 на 9. По-моему, это дюймы. Ну что ж, зачем мне изобретать велосипед? Мы действительно выберем. У меня там есть иллюстрации, но пусть они будут черно-белые, белая бумага. Хорошо, теперь нам нужен... Теперь нам нужен сам файл. Выберем его. Где-то у меня тут был. Вот он здесь у меня есть. Вот эту книжечку мы будем издавать. Сейф. Я загружаю файл, у которого неправильные поля для... Точнее, размер полей немножко не соответствует для этого размера. Сейчас нам будут исправлять файл. Я немножко забыла, как это все делается. Но сейчас буду вспоминать вместе с вами. Надеюсь, вы меня простите. Потому что цель моего этого видео просто донести до вас информацию, что есть вот такой сайт, на котором вы можете все это издать. Бесплатно причем. Процесс загрузки. Процесс всегда занимает достаточно большое время, ну, сравнительно большое, поэтому придется подождать. Я пока вам покажу, какие у меня есть видео. Ну, посмотрите, я делаю видео серии Джоал Кхулов и различные мои книжки. На английском, на русском языке. Вот как подготовить книгу для Smashwords, как внести изменения в Amazon, издать книгу на Google Books, на Xing.ce, вот про моего ребеночка, про моих крыс, на Амазоне, на Smashwords. Джоал Кхул книга. Здесь пока еще процесс. Вот, подписывайтесь на мой канал. Мой канал вот. Я туда добавляю разные интересные, понравившиеся мне видео. Не забудьте ставить лайки, сказал мне мой сыночек. Вот проверка. Мы проверяем ваш файл на наличие различных ошибок. Потом вам предоставят обзор. И вы сможете увидеть, в чем ваши ошибки, и исправить их. Пусть они справляют. Вот я люблю очень Шиллера. Ребенок у меня любит Лего и Майнкрафт.
Еще я смотрю много видео про войну. Слушайте, якщо він до нас не вийде, ми зараз геть усі йдемо, закриваємо Київ від трас. Тут ще є подання теж, жіночка стоїть, троє діток малесенькі. Я одна в вашій сині, ти війна у мене. Быстренько расскажу вам. Просто у нас сложилась такая ситуация, что в стране никогда не стояла задача выяснить, кто сколько, куда зарабатывает, из какого региона что попадает. У нас идет фиксация налогов по месту регистрации. А так как у нас НДС возвращается быстрее всего в Киеве, у нас анекдотическая ситуация, у нас 46% всего в стране зарабатывают 3 миллионов. Так, вот наша книжка конвертировалась, загрузилась. Конечно, у меня много там ошибок, потому что и поля неправильные. Сейчас посмотрим. Вот здесь вот, смотрите, сразу же, мы загрузили файл, я загрузила, обычный вордовский файл, он 8,5 дюймов на 11, а нам нужен 6 на 9, популярный. Поэтому они нам предлагают download новый файл, который они исправили. Конечно, я соглашусь его загрузить. Так, а теперь будем смотреть, что у нас тут. Что у нас тут? А, outside the margins, то есть вышел за пределы полей. Ладно, дальше. Ну, поля везде, поля, 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 поля. Сейчас меня интересуют рисуночки. Рисуночки не должны быть. Еще очень важный момент. Рисунки. Они не принимают рисунки с низким разрешением. Не меньше 300. Я не знаю единицы измерения, простите меня. Для разрешения. Как их исправить? Если у вас есть рисунки, и вообще обложку надо будет с очень высоким разрешением. Берете, открываете Photoshop. В Photoshop открываете нужный вам файл. Наверху в Photoshop там есть файл, потом edit, редактировать, а потом изображение или image. Вы нажимаете на этот image, на изображение, и там будет размер изображения. Нажимаете на размер изображения, и там как раз будет внизу разрешение в этом окошечке. Надо ей поставить будет цифру 300. Нажать ОК. Потом сохранить для веб. Или просто сохранить для S. Save S. Или сохранить как. И после этого все ваши рисунки будут иметь высокое разрешение. Так, хорошо. Просмотрела я примерно. Значит, сейчас у нас есть файл, который, в принципе, должен содержать необходимые поправки. Сейчас мы его и загрузим. Вот видите, он по-особому сделан. У них там с полями и все такое. Чтобы именно можно было все это публиковать. Поэтому я не буду ничего изобретать. Я его сохраню. Чтобы мне его узнавать.
сохранить. Отлично. Еще раз. И что мы сделаем? Мы загрузим как раз этот файл. Его, в принципе, должны принять. Вот у нас здесь все. Ага. Сейчас мы его найдем. Вот он. Уж свой-то файл они должны принять, я так думаю. По крайней мере, предыдущие книжки приняли. Дело в том, что я не специалист большой в издательском деле. Я еще только начинаю осваивать, как изготавливать все эти макеты обложек. Поэтому принеси мне лимонадику. Я пить захотела. Сегодня жарко. Поэтому я предоставляю возможность. Спасибо. Я предоставляю возможность профессионалам исправить за меня мои ошибки. Тем более это бесплатно, мои друзья. А для нас, для россиян, это важно, потому что многие из нас писателей, народ не супер богатый. Что процесс идет. Да, пока мы не будем терять время, нам нужно сделать один важный момент. Дело в том, что обложку, которую они потом потребуют, конечно, они потребуют ее в качестве PDF файла. Поэтому мы сейчас откроем конверт JPEG to PDF, то есть перевести формат JPEG PDF и сделаем это. Я люблю смотреть фильмы. Релакс. А вот я засняла березы на сильном ветру. Это у нас красивое дерево. Балкон. Эта крыска гуляет. Дышит воздухом. Ладно, оставим крыску. Займемся. Подаем. Здесь очень неудобный сайт, смотри. Там идет JPEG, куда выберем JPEG файл. Обложка, у меня все свои папочки. Так, теперь мы. У меня вот этот файл. Ethereum Mechanics
высокое разрешение. Я его загружу. Upload. Загрузить. И конверт преобразовать. Вот, смотрите, он уже готов. Вот я его сейчас так, потом я его переименую. Вот, отлично. Что за, все равно ошибки. Ну-ка посмотрим, что за ошибки. Мы же хотим, чтобы наша книжечка выглядела красиво. Сейчас я еще подправлю ее. А потом загружу заново. Но имейте в виду, что потребуется еще время для того, чтобы... Ага. Чего-чего? Ладно. Хорошо. Ладно. Сейчас мы... Я для вас переведу этот текст полностью. Потому что я, хотя и знаю английский, но не знаю его 100%. Абсолютно. Вот чик. Встречаются слова, которые я не знаю. Тогда я честно признаюсь, что я не знаю. Ладно, я ничего не поняла, но я надеюсь, что мы сейчас все исправим. Попытаемся исправить это все. Вот это я еще хотела исправить. Мне вот это не нравится.
когда... Вот они у меня, смотрите, обложки, картинки, они у меня вылезли. Их надо переместить. А может, заменить? Или уменьшим? Уменьшим. Отлично. А, и по центру их поставим. Так, мне нужно, чтобы у читателя были проблемы. Представьте, что вы купили книжку, а мне все шиворот на выворот. Противно, да? Давайте мы все-таки будем стремиться к совершенству. Все исправлять. Раз они просят нас исправить, исправим. Еще как исправим. Потратим на это лишнее время. Добьемся хорошего результата. Так, по центру. Вот. Здесь уменьшим все. Так. Можно и побольше. Можно и поменьше. Так, здесь исправим. Сумки я делаю сама. Тоже не идеально, но я стараюсь, учусь. По-моему, последний рисунок. Ура! По-моему, последний. Так, еще прокрутим, посмотрим все эти полоски, которые я удаляла. Вот эту не нравится, вторая мне. Вылежим текст, как говорят. Справимся. Недочетики. Все. Вот это можно и жирненько выделить. Что мне уделяется? Жирнячим. Что все. Ладно. Не знаю я. Ну-ка проверим это слово. Не хочу никаких. Я его вроде использовала, знаю. Могла забыть. Нет, все правильно. Хорошо, ладно, все. С этим я закончила. Теперь моя обложечка. Мы ее переименуем. PDF-овскую обложечку. Где она в загрузках? Загрузки. Вот она. Мы ее переименуем. Ой, господи, как мне надоело это переключение. Угу. Теперь мы ее сюда. Для удобства все подготовили. Загрузим заново этот файл. Должно же все у них пройти, в принципе. Ну, я надеюсь, вы уже поняли, да?
как это все делается. Смотрите, пока она будет все доделаться, нагружаться. Вот здесь это внешний вид. Вот потом следующий будет обложка, завершение установки. Потом мы будем ждать обзора. На этом часть видео закончится, когда мы все это сохраним. Вы где-то сутки будете ждать. Ну, все зависит от языка, на котором ваша книжка, чтобы вашу книжку одобрили. После этого от вас попросят оплатить одну версию, одну книжечку, которую вам пришлют. Заплатить надо будет через используя одну из кредитных карт, которые ходят в России и можно использовать за рубежом. Я использовала визу. Вы можете использовать еще MasterCard. Ну, American Express у меня нету, и вряд ли здесь у кого-то есть из простых людей. Хотя, не знаю. У меня виза. Очень легко. Положите денежку в Сбербанке. Здесь введете, я потом вам все покажу. И заказ будет оформлен. После этого я сразу послала книжку на распространение. Я думаю, что все нормально. Еще отдельный момент. Обложка. Обложку надо делать. Сейчас я вам покажу. Я вначале не сообразила. Загрузила просто первую внешнюю сторону, как это обычно для электронных книг. А нет. Обложка должна быть для... Опять я вот, кстати, сделала неверный момент. Где же у меня это? Нужно сделать обложку для двух. Куда она у меня пропала-то? Я ее вчера так делала усердно. Странно. Сейчас буду искать. Короче, обложку надо делать вот так вот. Вот посмотрите, здесь все присутствует. И задняя сторона, и лицевая, и корешок. Ну, вот куда-то я вчера делала, куда-то у меня все пропало. А, я поняла, куда она пропала. Я перезагрузила, а потом она стерлась. Очень обидно. Ладно, придется заново.
обложка, мне придется заново там кое-что делать. Это я не сообразила. А здесь у нас какую проблему? Что-то им еще не понравилось. Вот у нас замечание. Я не совсем фонд это. Фонд это у нас шрифт. Что же у нас произошло? Не знаю. На всякий случай я сделаю так. Мне не хочется, чтобы у меня что-то было не так. Я сделаю вот так. Выделить все. Оставлю это. Times, шрифт Times. Потом сохраню. Вы можете все это пропустить и оставить все как есть, но тогда какие-то ошибки будут неисправленными. Все-таки их можно исправить, попробовать. Вы должны добиться, чтобы вы эта часть подготовки вашей книги была завершена, и вы перешли к обложке. Для этого все надо исправлять. Вот видите, все это требует время. Поэтому процесс достаточно нудный, я бы сказала. Долгий. Нужно еще готовить обложку. Можно подготовить обложку. Я как сделала? Сделала. Сейчас я его... Покажу, как я делала обложку. Вот. Я сделала отдельно лицевую часть, а отдельно заднюю часть. Корешка я сначала не делала. Обратите внимание, что все, что вы помещаете на обложку, должно быть высокого разрешения, иначе это будет как ошибка. Поэтому, когда работаете в фотошопе, все свои изображение, менять разрешение до 300. В конце я взяла абсолютно, у меня черный фон, абсолютно черный лист, перевернула его на 90 градусов, получилась вот такая у меня обложечка. Где она у меня, куда делась? И это куда-то исчезло, господи. Да, они все исчезают. Вот она. Вот. Смотрите. Видите, здесь корешок, задняя часть, передняя часть. Потом вы в фотошопе берете на этот черный лист, перебрасываете заднюю и лицевую. Потом переворачиваете, и можно в Twisted Brush очень хорошо написать текст. Все, я пока это все закрою. Вот происходит процесс. Может быть, там ничего не исправилось, и такая ошибка есть. Я буду ее исправлять потом. А сейчас
Я все-таки хочу убедиться в том, что там нет ошибок. Но если ошибка останется, то я завершу эту часть видео и потом буду снимать другую часть видео, уже посвященную загрузке обложки, а потом загрузке ревью, то есть обзор. Так что я сейчас дождусь все-таки решения. После этого эта часть видео будет завершена. Конечно, Газпром перенес режим предоплаты для Украины. Потому что Украина — это все-таки Украина. Страна неоднозначная. Очень суровый народ там живет. Ура! Мы все-таки добились того, чего хотели. Значит, проверка не нашла каких-либо ошибок, и мы теперь можем переходить к обложечке. Вообще, вы можете в любой момент прерваться, выйти, заняться своими делами, а потом вернетесь и продолжите загрузку, исправление. Здесь смотрите, матовая или глянцевая. Я выбираю глянцевую. Вот здесь вот смотрите, онлайн вы можете сделать собственную обложку. Но там ограничен набор стилей, шаблонов. Поэтому вот профессиональный дизайн. Начинает 399 долларов. А вот здесь upload, загрузить собственный PDF обложечку. Ну вот. Ну-ка. Вот смотрите. Incomplete, то есть не завершено. Теперь вы можете зайти в любой момент. Я так и сделаю. А потом продолжим. Ну все. Эта часть видео завершена. Встретимся, когда я доделаю обложечку. Я вам, кстати, покажу, как это делать. Все.